David, you have some additional comments. Может быть, у кого-то есть какие-то дополнительные комментарии у Дэйва о том, как выявлять нарушителей, о том, каково будет будущее интернета и какую политику предпочитает ИКАН. То есть стремитесь ли вы к продвижению каких-то методов разрешения конфликта среди заинтересованных сторон? Спасибо, что вы создали это отдельное заседание цифровых конфликтов, в цифровом пространстве. Должен сказать, что и Катрина, и Алекс говорила о том, что необходимо консультироваться с адвокатами. Существуют правила, правила нужно соблюдать. Решения зависят от ситуации, и можно создать такие решения, от которых выиграют все. Наталья рассказала о том, как разъяснять доказательства, которые принимают в суде. Мы очень рады, что очень высоки стандарты доказания в суде. Это хорошо, когда судья не верит никому на слово. Понятно, что не все судьи имеют специализированные знания технические. Вот мы и сидим здесь для того, чтобы разъяснять им, чтобы они принимали адекватные решения в отношении нас, в отношении технологий интернета. Я также хочу поблагодарить Марию за то, что она осветила такую интересную процедуру, как медиация. Торговая палата в Париже – известный центр медиации, и я уверен, что она работает вместе с торговыми палатами здесь. Там занимаются разбирательством в отношении хозяйственных споров, и существуют способы мирного разрешения конфликтов без особых затрат. Мы видим эту динамику. Что касается ИКАН, в 99 году мы считали, что медиация является лучшим способом разрешения разногласий. Она казалась нам очень важной процедурой. Это по-прежнему наша рекомендация. Мы считаем, что это лучший подход к решению проблемы с точки зрения затрат и с точки зрения вашего контроля над решением, потому что решение суда может не отражать вашу позицию. Одновременно с этим, с теми же проблемами мы сталкиваемся и в ИКАНе. Например, у нас есть такие домены, как IBM.com, которые нельзя будет использовать повторно, но теперь, когда их было мало, все было понятно, а когда теперь их появляются новые тысячи, появляется колоссальная конкуренция, будут новые проблемы. Что касается базы данных УИС, да, действительно, она создавалась, когда существовало 5-6 операторов, которые все друг друга знали и могли в устной форме, вообще по телефону друг с другом обо всем договориться. Сейчас это уже давно не так. Что касается верификации информации, то, конечно, необходимо решать проблему доступа к информации правоохранительным органам. Необходимо поддерживать достаточный объем информации, чтобы находить нарушителей и так далее. В этом отношении мы должны работать вместе и делать так, чтобы сетевой и цифровой мир, который, безусловно, сделается нашим будущим, создал собственную законодательную базу, потому что мы являемся новаторами в одних областях, но должны подогнать под это и соответствующую законодательную базу, чтобы осуществлять свою коммерческую деятельность. На этом я хочу поблагодарить всех за прекрасное выступление о проблемах, с которыми сталкиваемся мы все, и о поиске решений, которые будут эффективны для всех, которые не потребуют нас чрезвычайных финансовых и временных затрат. Спасибо, нам очень приятно слышать такой энтузиазм. Сегодня было озвучено на секции, оно стимулирует все стороны процесса быть достаточно гибкими и находить фактически места для диалога и точки соприкосновения, которые бы позволили бы в достаточно цивилизованный способ найти выход из любой сложившейся ситуации, которая на самом деле существует. Я хотела бы дальше передать слово залу, если есть какие-то вопросы, наши спикеры будут готовы с интересом предоставить комментарии и ответы, и в дальнейшем мы уже будем, наверное, переходить к завершению нашего мероприятия.
Вопрос, я думаю, к Александру в значительной мере и к Михаилу. Вот, знаете, просто хочется разобраться. Смотрите, есть такой правовой объект «имя», ну или «знак». Его правовой режим в реальном мире достаточно хорошо понятен, 150 лет исследован. Да? Есть веб-сайт. Это по своей правовой сути сборник аудиовизуальных материалов и неких информационных сервисов. У него есть свой владелец. Да? У имени есть свой владелец. Потом возникает, возможно, один из них двоих, либо кто-то третий, который регистрирует это имя в интернете, и имя из реала переходит в интернет и становится доменным именем. На следующей секунде наш сборник аудиовизуальных материалов начинает быть доступен из интернета, и тут кто-то пятый, некое, значит, стороннее лицо, решает, что его права неким образом нарушены какой-то частью этого сборника. Скажите мне, пожалуйста, а откуда вообще взялась практика взыскивать, обращать внимание решение судов и требовать исполнения в случае, если не имя нарушает чьи-то права, а содержимое? Почему вообще в этой ситуации суды обращают свое внимание на доменное имя? Причем тут домен? Спасибо. Ну, как я уже говорил, вот в том проекте закона как раз и разграничилась ответственность. Изначально, что удалось все-таки отстоять, из этого процесса были исключены после попытки вовлечения регистраторы, а мы, ну, в окончательной редакции остался зона ответственности собственника и хостинг, того субъекта, который представляет хостинг. Контент сайта, естественно, ситуация может быть такова, что собственник доменного имени один, а собственник содержимого, он может быть не один, их может быть несколько, это может быть целый портал или так далее. Поэтому здесь, естественно, нужно разграничивать. Да, вот просто мой комментарий дополнительный. И судебная практика украинских судов и международная говорит, безусловно, что ответственным является лицо, которое разместило контент. А почему идет взыскание и первичное обращение к регистранту доменного имени? Поскольку чаще всего это единственное лицо, которое можно наиболее легким способом идентифицировать. А украинские суды, конечно, изначально упростили всю ситуацию, и у них по одному из разъяснений пленума Высшего хозяйственного суда было определено, что в случае отсутствия информации и установления лица, которое разместило контент, ответственность будет нести или владелец веб-сайта, или регистрант доменного имени, если же они являются одним и тем же лицом. Но на самом деле вопрос вот информационных посредников и лиц, обеспечивающих размещение информации в сети интернет, на сегодня приобретает все больше и больше оборота, и существует очень обширная практика и Европейского суда по правам человека, Европейского суда справедливости, который устанавливает различные режимы защиты и привлечения к ответственности по нарушению прав. Чаще всего основным подходом является то, что данные ресурсы, например, веб-площадки, которые позволяют обеспечить публикацию информации третьими лицами, ответственны лишь той части, что они обязываются удалить контент, который нарушает права, и несут ответственность лишь в том случае, если они знали о том, что на их площадке используются с недобросовестными целями. Это касается как и площадок, которые распространяют нелицензионный контент, который защищается авторским правом, так и площадки, которые являются площадками электронной коммерции, через которые распространяются товары контрафактные или с нарушением прав на товарные знаки. Основная модель заключается в том, что они в целом не несут ответственности, но обязаны внедрять процедуры notice and take down, точнее удаление нелегального контента в случае претензии
владельца прав. И в-третьих, они могут нести ответственность лишь в той мере, если они действительно знали или были вовлечены в такую нелегальную или незаконную деятельность. Поэтому, в принципе, международная практика свидетельствует о том, что пытаются достичь баланса интересов. Хотя были попытки больших производителей, это Томми Хилфигер и Л'Ореаль, насколько я помню, если могу ошибаться, что пытались на таких информационных посредников возложить дополнительную ответственность, даже модерации и технологически обеспечить, чтобы их площадки модерировали контент и проверяли на наличие, что действительно это уже было злоупотреблением и нарушением баланса интересов, потому что и директива об электронной коммерции, и соглашение об ассоциации с ЕС, которое Украина подписала, свидетельствует о том, что такие информационные посредники должны придерживаться технологической нейтральности, и на них не должна возлагаться функция мониторинга нелегального контента. Да. Очень короткий вопрос. Да. Подытоживая, правильно ли я понял из вашего ответа, что домен ни при чем, и попытки нагрузить базу ХУИ с функциями там, базы данных для полицейских органов, они, в общем-то, абсолютно избыточны и нерелевантны? Да, ну просто каждый идет по пути наименьшего сопротивления. Надо найти какую-то точку отсчета, с чего начинать. Это показался изначально наиболее легкий способ. Да, пожалуйста. Так, да. У меня вопрос к Наталье. Вот, скажите, пожалуйста, пытались ли те материалы, которые с помощью вашего замечательного сервиса готовятся, кто-то оспаривать их адекватность, актуальность и так далее, и чем это кончалось? Спасибо. Нет, никто еще до сих пор не оспаривал, пока только заказывают. В принципе, мы еще молодой сервис, с учетом того, что у нас суды производства заводят через несколько месяцев, поэтому... Все клиенты пока только благодаря, что мы есть. Юрий, ваш последний комментарий. Если что, у нас будет еще прекрасный вечер для того, чтобы продолжить обсуждение. Доменное имя действительно ни при чем. Здесь я хочу поддержать Андрея. А я хочу только сказать следующую вещь, что на самом деле это то, о чем мы говорим, оно касается не только нелегального контента, оно касается идентификации вообще всех нарушений и понимания, откуда эти нарушения, где эти нарушения вообще возникают в сети. Я приведу пример. Несколько дней тому назад на дата-центре, одном из дата-центров Украины, вынесли 40 компьютеров там с небольшим, потому что это был источник DDoS-атак. Это не нарушение контента, это ничего из того, что мы здесь вроде как обсуждали. Но между тем, это было сделано точечно. Обычно практика правоохранителей в Украине такова, что мы забрасываем трал, этим тралом мы проходим по всему дну 3-4 раза. В результате все мощности Украины по хостингу располагаются обычно в Чехии, в Германии, а в Украине выжженное поле. Это с одной стороны. Поэтому вот тот веб-сервис, который мы WebFix начали создавать, это именно тот сервис, который ставит себе задачу точечно определить, где находится источник нарушения. И одно небольшое замечание. Мне очень понравилась вчерашняя утренняя презентация Дэйва. Но в том слайде, где вот он там who, when, there и так далее, там не хватало одного объекта или субъекта, владельца сайта. То есть owner, owner site. Потому что, вот предположим, Live Journal, да? Владелец один, а авторов много. И вот кого там и как там блокировать? Ну, можно, конечно, LinkedIn полностью заблокировать. У нас есть такая практика, да. Спасибо. Спасибо большое. Я предоставляю слово Михаилу Якушеву, который скажет заключительные слова в отношении нашей конференции. Уважаемые коллеги,